очень долго это не снимал. Просто сверху лучше видно. У Амлеева и у меня один диетолог. Что это такое вообще? Просто с диетологом кушать не надо. За диетолог. За диетолог. Так, медики, у нас с Андреем один диетолог. Что это такое? Да у вас просто денег больше. Ну, это логично. Да? Так, я военным задаю вопрос. Военный. Вот Андреев и я. У нас один диетолог. Почему такой результат? Просто диетолог не видит, что у вас там находится за тубой. Ну, здорово. Так, два азербайджанца. Вот тот русский, у русского и у армянина один и тот же диетолог. Что такое вообще, а? А у нас с ним одинаковый баскетбольный тренер. А что со мной такое? Курский, если это человек. У нас с Андреем один диетолог. И что такое? Потому что вы на Кубани собаку съели. Понял. 50 шарпей. Так, хватит, наверное, да, уже? Ну, курские могли бы хорошо сделать. Ребята, все стало абсолютно ясно. Расставила на места. Значит, мы решили нарушить правила сразу же. Во-первых, мы не смогли выделить лучшего, но все красавцы, наверное. По-прежнему 0-2 получает Армен в этом круге. Ну, 0-4. Зато 0-2 получается сразу 2, наверное. Девчонки. И нашим болевым решением, если ведущий нам разрешит, а у него нет выбора, мы бы хотели после этого круга отпустить сразу две команды с 0-4 балла. Или по 0-5, как лучше. По 0-5? По 0-4. Мы хотим обе. Нет, по 0-5 это уже один литр. Мы на... Итак. А что мы потом дальше будем делать? Здесь три команды. Я буду петь еще потом с ним. Хорошо, хорошо. Тогда мы просим сделать шаг вперед команду Мельников и команду Курска. И сейчас мы для вас... И делитесь. Баб я где делаю. Вот, а, жули, геморрой, да? Не говорил, заселяюсь. Я говорю, вообще не страшно. Ой, ё-моё, ты заселяюсь. Да сядь, ничего ты.